Друзья, всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Мы находимся в Hyundai Santa Fe с 2013 по 2019 модельный год. Ну, в данном случае это 2015 год. Комплектация у нас пустая. Была климат-контроль на своем экранчике. Вообще, магнитола без... комплектация машины была без камеры, без магнитолы, без ничего. Теперь здесь полноценная магнитола на андроиде 9 дюймов, 6128, 8 ядер, LTE, GPS, 3G, Яндекс, YouTube. Все, что хотите, то и есть. В комплекте у нас USB и слот под сим-карту. Во второй USB мы установили регистратор производителя Vomi. Да, он такой маленький, скрытый. И самый большой плюс, то что он управляется полностью с магнитола. Мы нажимаем видеорегистратор. Пожалуйста, включаем изображение, просматриваем. Есть система ADAS. Это контроль полосы, считывание знаков, расстояние до машины и так далее. Время синхронизируется полностью по спутникам с магнитолы. Вообще очень круто. Все, флешку клиент ставит, 32 гига, будет писать, заходить, настройки, файл и каждую минуту воспроизводить, что показывает. Классный регистратор у меня такой стоит, к нему вопросов нет. Он снимает, пишет, мне очень нравится. Камера заднего вида AHD. Максимально широкий угол обзора. Вот тут, покажи, номер шатается. Офигеть. Да. И камера переднего вида. Также AHD. Автоматически включается после задней. Очень широкий угол обзора. И, естественно, теперь очень удобно парковаться. Подъезжаем. Прям максимально близко. И она выключается через 10 секунд. Ну, мы всегда ее можем принудительно включить. Фронт-кам. И вот мы видим номер, прям можем еще подъехать. Ну все, дальше я не буду, не моя машина. Заднюю. Едем, выезжаем, давайте из бокса выйдем, покажем, как работает, вообще для чего нужно. Вот, выезжаем. И тут слева мы вот чуть, ну можем не проходить, покажи спереди. Там выезд. Мы включаем драйв. У нас включается передняя камера. Мы прям номером очень-очень близко подъезжаем. Покажи спереди, прям как близко подъехал. Ну, вообще прям очень-очень близко. Включаем заднюю. Все, пожалуйста, драйв. И едем дальше. Передняя камера через 10 секунд отключится. Это очень круто. Магнитола, повторюсь, магнитола 6 гигабайт оперативной памяти. Это означает то, что она очень-очень быстрая, без каких-либо тормозов. Прям вот нажимаем YouTube открыть, он открывается YouTube, включаем любой ролик, моментально грузится, все. Все, классный бас, DSP процессор, блин, обалдеть, просто радио, радио, кстати, с логотипчиками, нажали, удержали, сохранили, лайков. Яндекс Навигатор, все это есть, все предустановлено на любой магнитоле, это мы все делаем, настраиваем. Поехали в Сбербанк. Ну, естественно, громкая связь, все это есть. Алиса подсказывает, рассказывает. И ведет. Маршрут. Маршрут построен. Говорит. Если вы хотите приобрести такую магнитолу, заказывайте, переходите по ссылке в описании на сайт, звоните, пишите, приезжайте к нам, покажем, расскажем, установим. Будет очень круто. Всем пока.